Для себя сделал подтверждение, что мы можем спокойно говорить, что у нас на сегодняшний день очень сильно развита в стране именно ресторанная индустрия. С эмоциональной точки зрения есть легкий восторг, поскольку для меня это некая такая веха и весточка того, что в Ташкенте становится веселее. Этот конкурс – такое разумное сочетание мнения общественности, да, как бы народное голосование, и мнения экспертов. Вот этим хорошо. Знаете, что на самом деле конкуренция должна быть добрая, конкуренция должна быть взаимоуважительной. И я желаю всем рестораторам, конечно, процветания, чтобы не было. Лучший приз и лучшая премия – это любовь гостей. Поэтому всем гостей побольше. И я была очень рада, когда узнала, что такая премия будет проходить. Я голосовала, вот сейчас я вам рассказала, стерла этот пальчик, потому что я голосовала за свое любимое заведение.